Ну а сейчас настал самый яркий момент этого вечера. Настоящий подарок этого события года. Встречайте! На сцене хозяева премии шоу балет индийского танца «Акробали» и несравненный, великолепный цветок танцевального искусства. Удивительная, несравненная режиссер-постановщик, главная солистка шоу-балета, мастер-хореограф, руководитель, вдохновение и жизнь шоу-балета «Акробали» Лина Гоев! Thank you.
Прокормить, принимаем участие! Коллективы детского танца!
вы сюда. Приглашение замечательное, Лины, очень просто восторг, не могу передать от эмоций. Потрясающая сцена, потрясающие коллективы. Но самое главное, что я хочу отметить, это сила семьи. Сила семьи Гойл, которая, в общем, все нам организовала, сделала. И когда люди вместе объединяются, и так приятно смотреть, когда дети, а уже и дети женятся, и дело продолжается, и они солируют, они играют главные роли. В общем, я восхищаюсь этой семьей. Спасибо вам огромное. И Лина просто красавица, молодец. Спасибо большое за приглашение. Такой замечательный праздник. Ко всем, кто выражал слова благодарности нашей
богиню, организатору Лине Гойл и ее коллективу. Благодарим от всей души за гостеприимство, за организацию, за такое красочное шоу. Но я хочу добавить еще, что для нас это такая радость быть частью вот этой большой команды, как друзей, единомышленников, приезжающих из различных городов благодаря этой женщине, потому что для нас, для всех, это праздник индийского танца. И мы, да, мы питерские, мы настолько инертны, мы не хотим ехать на конкурс, но дверь у нас всегда в нашем танцевальном календаре. Мы хотим сюда ехать, потому что это абсолютно удивительная атмосфера. Мы тоже из инертного Питера. Первый раз. Лину я знаю давно. Мы встречались на разных конкурсах, на разных фестивалях, но мы впервые, я приглашена в Тверь на это грандиозное шоу. Впечатление просто не передать. Лина, огромное спасибо. Мне, знаете, я не очень эмоциональный человек, но вот сейчас просто до мурашек. Потрясающее шоу, вы потрясающие. Спасибо вам огромное за приглашение и невероятное удовольствие, которое вы мне доставили. Итак, зрители, мы приехали немножко замерзли, у нас не хочет уходить зима. Здесь мы отогрелись. Отогрелись теплом, теплотой вашего сердца, уютом, который предоставили нам. Всегда представляете, мы так прекрасно, дружно живем в вашей гостинице. Уютно, действительно, и красиво. И, конечно, жарким шоу, которое сегодня увидели и мы, и зрители, и поучаствовали в нем. Мы счастливы участвовать. Каждый год, действительно, в календаре. Великолепное шоу, великое мастерство, великолепная Лина, браво! Я тоже из Петербурга. Я очень рада быть здесь уже не первый раз. Я приезжаю сюда уже третий раз. И мне очень приятно видеть здесь как друзей, с которыми я знакома более 20 лет, хотя, наверное, гораздо больше, так и встречать новых друзей. И Лина – это человек, которого я знаю очень много лет, и мне ужасно приятно находиться здесь, на этой сцене, где человек, который творит чудеса, вот это действительно чудеса, что мы здесь встречаемся, у нас появляются силы и вдохновение творить, любить, жить. Лина, я благодарна за все эти чудеса, которые мы получаем от вас. Я думаю, все друзья и коллеги со мной согласятся. Потрясающе по вдохновению, по энергетике, по хореографии программа. И мне хочется пожелать, чтобы имя следующих программ было «Вечность». Чтобы эти программы продолжались бесконечно. Спасибо, дорогая Лина. Спасибо всем друзьям. Уважаемая Лина, я выражаю вам сердечную благодарность за приглашение. Мы приезжаем сюда уже не первый раз, выступаем на этой прекрасной сцене. И я хочу пожелать вам в первую очередь всем здоровья, творческих успехов, новых достижений и побед. И зная, какой огромный и тяжелый труд и большая работа проделана для подготовки, чтобы это шоу свершилось, я хочу пожелать вам, чтобы поток энергии, огонь в глазах всегда горел и никогда не угасал. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша премия подошла к финалу. Мы желаем вам всего самого доброго. И не говорим вам до свидания. Говорим вам до новых встреч.
Я не спрашиваю.